Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть House Flipper. Ну что ж, сегодня нас с вами ждет еще одно семейство, которое нуждается в нашей помощи по ремонту своего дома. Давайте посмотрим, что же у нас с вами здесь есть. Мы с вами в прошлый раз помогли еще одним, также осуществили их, скажем так, мечту по ремонту, да, и вот у нас с вами тут есть еще, я так вижу, все-таки пока одна задачка, да, доступная, которую мы с вами в прошлый раз не стали брать, но вот сейчас, видимо, самое время. Столетние воспоминания этому дому уже 100 лет. Своим очарованием он обязан прежде всего древесному покрытию. Семья моряков, Тревор, Лили и двое их детей полюбили его с первого взгляда. Дом не был дешевый, поэтому у нас ограничен бюджет на его реконструкцию. Удачи. Ну что ж, работенка как раз для нас. Мы с вами на месте, а бюджет-то у нас и правда малюсенький. Всего лишь 169 тысяч, ну 170, грубо говоря. Да, ну ладно, будем с этим что-то делать. Давайте хоть на домик взглянем. Но, кстати, дом-то такой, внушительный весьма, внушительных размерах, я бы сказал. А? Опа. А, это нифига, это окна такие, я думал, они так открываются, это действительно окна прям около... От земли идут, неплохо, неплохо. Слушайте, ну там помещение-то такое нифиговое, на самом деле. Давайте заходить внутрь и смотреть, что нас с вами ожидает. Здрасте, так. Ну, как минимум, здесь точно нужно все это дело будет очистить, о том, что такое интересно. А, тоже окно, понял. Как минимум очистить... Ну и дальше будем идти смотреть, что от нас будет требоваться. Еще второй этажик даже есть. Слушайте, а прикольный дом на самом деле, такой этаж, да, такой вот, как бы балкончик получается здесь. Так, ядрить. Да, что-то тут как будто бы какой-то, знаете, после урагана очередного. Все, ну ничего, мы сами здесь для того, чтобы как раз-таки все это дело исправить и, собственно, отремонтировать, починить. И все в этом духе, да. Но здесь вроде как только и нужно очистить на верхнем этаже. Давайте, наверное, с этого и начнем тогда. Сейчас возьмем в руки шражу-швабру и... Пойдем все здесь чистить. Кроватки, все это будем всю грязь убирать, которая здесь успела накопиться, скажем так. Ну и, соответственно, избавляться от нее. Я вот еще не уверен, может быть, грязь где-то есть снаружи. А, нет, 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 все вроде бы здесь только. Но, кажется, мы ее очистили, еще где-то здесь немножко грязи вроде осталось. Непонятно только, где она. Мне кажется, она снаружи находится. Давайте откроем, что проветривало здесь тоже. Во, все. Но с этой комнаты мы с вами завершили. Давайте уходим. Но здесь сразу тоже давайте почистим, потому что капец какой-то, все очень грязное. Здесь не прибирались примерно 1000 лет, мне кажется, хотя дом всего лишь столетний. Но я думаю, нам здесь с вами тоже надо все это почистить. Ой, как-то, знаете, сразу приятнее становится смотреть на все это дело. Гораздо лучше, чем было до того, как мы с вами здесь все почистили. Так, следующая ванная комната у нас получается, но здесь мы как бы уже с вами тоже все практически вычистили. Давайте тут немножечко откосики почистим, ну и в целом здесь все будет готово. Тоже откроем здесь окошечко, пускай проветривается. Потихонечку все, переходим к следующей комнатушке. Здесь у нас такая спальная комната, да, еще одна. Ну, здесь, конечно, тоже грязновато. Мы с вами сейчас это будем все исправлять при помощи этой чудесной чудо-швабры. Блин, хочу тебе такое домой, знаете, швабру, что просто поводил пару секунд, а у тебя вся комната сразу сверкает, блестит и, в общем, чистая. Мне кажется, это было бы вообще здорово. Все? Нет, еще где-то какая-то грязь затаилась. Ага, вижу, 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 на откосах. Все, да, вроде теперь точно все. Вот, прям здесь на крышу можно вылезти. Прикольно. Так, ну ладно, с этой комнатой мы с вами тоже завершили. Давайте теперь очистим этот вот основной зал, скажем так, да? Все эти подоконники, откос тоже нужно почистить. Кстати, может быть, даже здесь еще грязь есть. Не посмотрел как-то внимательно. Угу. Не, все, здесь вроде бы все. Давайте тоже откроем. Пускай проветривается. Ну и спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Сейчас мы с вами здесь тоже все будем очищать от грязи. Так, все, вот, господи, жесть какая-то. Ну ничего, ничего, сейчас просто дом будет не узнать после нашей работы, конечно же, над ним, само собой. Сейчас он пока еще грязноватый, но ничего, скоро здесь все поменяется. Так, вот здесь тоже почистим давайте. Но вроде более-менее очистить грязь 80%. Так, о, камин есть прикольный, кстати говоря. Давайте здесь тоже пройдемся, 95%. Где-то еще немножко есть. Нам надо найти только где будет, но я думаю, что найдем. Я вижу, это как будто бы снаружи показана еще грязь, скорее всего, так и есть. Но где-нибудь, может быть, на потолке, знаете, может где-то еще. Так, комната, это уже другая считается. Здесь какой-то маленький где-то кусочек. Вот здесь что-то осталось, да? Ага, ага, ага. Рамы эти, окошки нужно тоже мыть тщательнее. Все, здесь мы с вами очистили, отлично. Эти помещения также давайте сразу почистим все. Так, вот, давайте сразу пооткрываем все, чтобы проветривалось. Так, хорошо. Здесь тоже чистим. Так, здесь вроде бы чистенько стало. Давайте тоже окна откроем. Превосходно. Ну, вроде... О, покрасить бы немножко, что ли. Или заменить, возможно. Но здесь нам заказали только почистить лишь. И больше-то ничего. Окей, окей. Хозяин, как говорится, барин. Так, ё-моё.
как будто, знаете, куда зашел с ведром грязи, сюда просто вылил его. А здесь что такое у нас? А, здесь еще предба... о, предбанничек есть. Но здесь мы сами еще обязательно зайдем сюда, понятное дело. Давайте сначала кухоньку почистим. Зачем здесь зеркало, интересно? Как-то это странно немножко, нет, не находите зеркало над раковиной. Не где умываешься, а где, типа, посуду там моешь, что ты все делаешь. Ой, посудомойка даже есть, прикольно. Или что? А, это, наверное, посудомойка, это, мне кажется, этот мусор, как он там называется, переработчик, что-то такое. Ну, есть такая, по-моему, хреновина. Я не знаю, у меня такого нету, я обычный человек, я, собственно, выношу мусор. Но, по-моему, есть такие штуки специальные. Хотя, может быть, посудомойка хрен его знает. Вот что там нарисовано, не вижу. Что-то нарисовано. Не-не, посудомойка, походу, слушайте. Так, ладно, все, давайте здесь дочистим до конца. Нам с вами тут нужно будет какое-то решение принять еще, кстати. Можно закрыть? Ну, закрывает, не закрывается что-то. Не хочет закрываться. Может... А, понял, все, ничего не работает, окей. Окей-юшки, так, нам с вами еще в той комнате прибраться, мы с вами приберемся. Давайте посмотрим, давайте с кухни, наверное, начнем. Здесь мы с вами только убрались, да, больше ничего не надо делать здесь. Ну, слушайте, смотрите, мы немножко потерли швабры, в принципе, нам уже 28 тысяч должны. Хорошо, хорошо. Ладно, давайте тоже приберемся тогда, раз такое дело, чтобы везде все сверкало, блестело. Так, куча мусора надо убрать, конечно, отсюда еще. Помимо всего прочего. Так, замечательно. И здесь, собственно, в щитке какая-то проблема есть, мы сейчас с вами будем ее решать. Ну, для начала дайте-ка я здесь приберусь. А здесь, я так понимаю, о, это вход для собачки, для кошечки специально сделан, прикольно. Вот такой вот задний дворик, на котором ни хрена нету. Вот, собственно, примерно вот так вот выглядел наш участок, в котором мы сейчас, собственно, с вами проживаем. И где заказики берем. Там примерно такая просто трава была, и все, больше ничего не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но вообще вот это в наш бюджет не входит, как бы в задачи наши не входит. А, или входит, подождите, тут есть, кстати говоря, лесенка сделана. Но пока... А, да-да-да, чистить грязь есть, слушайте, в саду. Точно, елки-палки, я это не заметил. Ну окей, давайте почистим дом. О. Я и думаю, что как-то странно, знаете, там почистили, а здесь как будто бы и не надо. Это очень странно. Дома выглядит, конечно, ужасно. В плане том, что грязный весь, как здесь. Но ничего, ничего, ничего. Сейчас мы с вами здесь все натрем так, что будет... Ай-яй-яй. Минус ноги. Не, все в порядке. Будет блестеть. Так, а это куда вход еще? Ну-ка, подождите-ка. А, здесь еще одна комната есть. Ни хрена себе. Капец, кровать старинная. Так, это у нас куда? Ага-ага, все понял тут. Опа! Сейф? Забытый сейф в тайнике. Это забытый сейф капитана, который жил в этом доме более 100 лет назад. Продав все ненайденные внутри ценные записки и различные ценности, наш бюджет значительно увеличился. Это позволяет ввести дополнительные изменения в ванной и кухне, о которых мечтала семья. Окей, забавно. Слушайте, ладно. О, бюджет-то вырос, 367. Нормально тут. Слушайте, такой схрон внезапный, да, оказался? Прикольно, ладно. Но не то, чтобы мы эти деньги себе как бы забрали, это просто бюджет семьи увеличился. То есть все-таки это их находка, но они вот за счет этого, короче говоря, скажем так, нам больше работы дадут. О, ванная комната, еще одна, смотрите. Так. Или не еще одна, подождите, мы вроде бы и не видели больше ванных комнат, да. Но, в общем, ладно, почистили пока здесь, почистили там. Так, ладно, здесь пока закроем тоже. Здесь еще один выход на улицу, тут, конечно, дверь у них стеклянная, жесть. Так, здесь нам с вами тоже нужно почистить. Я так понимаю, да, все хорошенечко, ну да-да-да-да-да. Капец, какой он же грязный. Ну ничего, сейчас наша супер швабра со всем этим справится, и будет вот такой вот прекрасный домик, как будто новенький. Давай. Ладно, там, видимо, можно будет забраться при помощи лестницы потом. Она передвигается, поэтому возьмем ее, просто поставим, где нам нужно будет. Вот тут достаю. Достаю, а вот там, мне кажется, надо еще, хотя или нет. Непонятно, если там грязи или нету. Вроде бы, как будто бы нет, да? Вроде бы чистенько. Так, и вот здесь это еще что-то осталось. Вот здесь давайте уберем. Все, сад очистили. Даже, слушайте, даже не понадобилось, получается, лесенка. Все хорошо. Я думал, нужно будет двигать, но нет. Все просто замечательно. Ладно, тогда возвращаемся в дом обратно и продолжаем свою работу здесь. Что у нас со щитком? Давайте смотреть. Так, открыть. Установить. Ага, вот. Сгорел. Одно поставить. Включаем. Все, готово. Судя по всему, да? Ну, свет как минимум работает, уже хорошо. Так, здесь работает? Свет, говорит, включить. Но это варочная поверхность, прикольно, кстати, тоже работает. Она так и не закрывается почему-то, не знаю почему, но свет тоже работает. Ну ладно, это уже как бы не наше дело. Так, ну что ж, раз мы с вами здесь все сделали, ну, точнее как, прибрались, теперь можно, собственно, и расстановочкой заняться, да? Давайте будем это делать. Начнем с кухни, пожалуй, что нам предлагают здесь? Два варианта, как всегда. Какие изменения будут в кухне? Это зеркало сюда подходит? Нет, мужик, вообще не подходит. Зачем оно там нужно? Выглядит как окно. Так, в смысле окно? Там отражение будет твое.
Пусть остается, давай, нет, оставим его и добавим побольше ламп. Интерьер станет светлее. Не-не-не. Давайте уберем люминесцентные лампы и зеркало. Во-во-во, над раковиной, да-да-да-да. Вместо этого положим изящный кафель на стене и повесим новое зеркало около холодильника. Это визуально увеличит... Да-да, вот этот вариант хорошо, мне нравится. Нафига зеркало напротив мойки, я хер его знает. Первый раз такое видел. Так, ну все, здесь выбрали. Что нам нужно сделать? Маленькая... Удалить маленькая люминесцентная лампа. А где она? Простите. А, вон, над зеркалом прям висят. Все-все-все-все-все. Так, убираем зеркало, нафиг убираем отсюда. Что нам нужно сделать? Ложить на стенную плитку, белая фарфоровая мозаика. Так, ну давайте посмотрим. Стену можно такую, можно половинчатую сделать. Так, а какой у нас общий цвет? Ну такой светленький, да, все здесь светлое. Я думаю, мы до половины сделаем, а верх будет светленький такой, тоже белый типа возьмем. Так, вот такой вот, купить несколько. Так, раз, два, нам нужно всего 20 уложить. Так, ну, видимо, будем укладывать здесь, на самом деле, где готовка идет. Блин, да и здесь, где мойка, тоже надо, по идее, по-хорошему бы, чтобы ничего не пачкалось. Ну, начнем отсюда, ладно, давайте. Вот так, посмотрим, сделаем. Я думал, немножко посветлее стена будет, ну ладно, сойдет и так, в принципе. Так, будем в разные стороны, короче, так с ними расходиться, потихонечку, да? Чтобы тоже там не замызгали они стены раньше положено, так сказать. Так, 6-7, получается, вот здесь 8 будет. 9-10. Ну так, ладно, пока оставим. 9-10. Так, у нас кончилось, да? 9-10. А, 11 уже даже, да? 12, а здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, здесь нужно закрывать, потому что тут готовка всякая идет, духовой шкаф стоит, это все. Поэтому по разные стороны, так сказать, баррикад это сделаем. А там дальше пускай сами разбираются. Мы как бы даже можем, в принципе, сделать как нам надо. То есть мы примерно придерживаемся. Уложить напольную плитку здесь нужно. Да, здесь как бы строго таких ограничений у нас с вами не будет, я думаю, поэтому. Если там где-то на одну больше будет, я думаю, ничего страшного, они нам только спасибо скажут. А, ну вот как раз последний остается. Ну вот здесь, правда, тогда получается какая-то хрень. Ну а здесь давайте уложим. Все, 20-ка есть, в принципе. Ну и как раз таки, да, чтобы опять же не замызгалось ничего. Плитку как-то попроще отметить, вот это вот, что это такое, такие деревяшки. Какой-то сайдинг, или как он там называется. Так, ладно. Ну, давайте, я думаю, ничего не обидится, если мы сами здесь что-то сделаем вот так, да? Во, все. Вот теперь хорошо будет, теперь хорошо. Все, нам больше этого не нужно. Это можно, в принципе, продать, я думаю, остаточки, да? Дальше, уложить на напольную плитку различная матовая фарфоровая плитка. Окей. Такая? Ну, ладно. Как бы, посмотрим сейчас, что получится из этого. А, ну она, в принципе, не такая уж, я думаю, темнее будет смотреться. Не, ну, в принципе, нормально. Как бы так все, конечно. Но, я думаю, сойдет. Давайте здесь тоже еще положим. Ну, ой, в смысле, что включилось-то? Ага, все. Ну, в принципе, ладно, норм, нормально сойдет. Как будто бы, знаете, какая-то уличная или хрен знает, не кухонная явно. Ну, хотя... Ладно, в общем, хозяин, барин. Давайте дальше. Подвесная декоративная лампа. Длинная, две штуки. И зеркало. Зеркало. Нам беленькое нужно купить. Около холодильника. А, вот здесь она хотела повесить, типа, да? Угу. Ну, явно не здесь. Ну, давайте, ладно, пускай здесь зеркало будет. Хрен тоже знает, зачем оно здесь нужно вообще, в принципе. Ну, допустим, ладно. Так, и две лампы нам еще нужно повесить. Вот такие, серьезно, просто лампочки. Лампочки леща. Ну ладно, допустим. Так, давайте где холодильничек возьмем. Одну здесь повесим. И одну еще повесим. Так, вот здесь повесим еще одну. Можно включить, посмотреть? Ой, они еле светят как будто бы. Ну прикольно, работает, ладно. Не, свет-то дают, конечно. Все, здесь мы с вами завершили, судя по всему. Давайте здесь посмотрим, тоже все хорошо. Теперь вот здесь большое помещение, у нас нужно кучу всего сделать. Уложить напольную плитку. Ну давайте с этого и начнем. Такая темная, да? Ну, опять хорошо. Но, в принципе, если она подходит под откосы, то еще... А, ну да, тут же все как бы темное. Сверху нормас. Так, окей, ладно, допустим. Я боюсь, что нам с вами придется, знаете, что сделать? Нам придется здесь убрать эту плитку, которая как бы по, ну, по логике вещей должна быть под камином. Все правильно они сделали, что такая плитка здесь лежала. Но, скорее всего, в задание не засчется целиком. Тогда придется там тоже перекладывать, что, в общем-то, странно. Сейчас посмотрим. Так, это только 90%. Ну, видите, да, о чем я и говорил, 96%. То есть нам нужно реально вот это вот заменить, хотя, как бы правильно, как сейчас уже сделано. Ну, ладно.
Ну, а так 100% получается. И все, и кобздец, это как кобздец там на полном подкрытию сразу же. Представляете? Это вот, угли сюда вылетают, и все, и жопа. Да, и как бы от тепла, в принципе, тоже от такого. Но, ладно. Так, светлый... Поместить предметы. Светлый левый уголок диван. Ну, давайте поместим. Потемнее что-нибудь надо взять, наверное, думаю. Вот такое. Окей. Так, а куда нам этот угловой диван запихнуть? Так, пускай пока здесь постоит. Но, видимо, сюда, к этому... Ой, какой он, слушайте, а нам не нужно продавать сюда? Он же старый, капец, подрипанный весь какой-то. Но, видимо, не хотят не продавать. Ладно, давайте мы поставим... Больше места я для него не вижу, серьезно, здесь, как бы, подходящего. Только вот это вот, угол. Но рядом с окном быстро, что делать? Что поделать? Как бы, место, оно и есть место. Так, а что ты? Ну, давай, ставься. Вот здесь. Ну окей, окей. Такой типа лежишь, ножки сюда свесил, проветриваешься. Нормально, в принципе, хорошо. Дальше. Темный журнальный столик, юбка, две штуки и монстера. Так, вообще бы с этой... Ну, мы поставим здесь, наверное, тогда вот так, я думаю, как-то, да, развернем. Давай. Вот сюда тебе поставим полочку. Пускай здесь стоит. Далее. Кофейный столик. Кофейный столик. Вот такой коричневый тоже возьмем под свет купить. Кофейный столик у нас пойдет сюда куда-нибудь. Вот так пускай стоит здесь. Окей, в принципе. Так, и далее. Далее нам нужно растение, да? Окей, растение, так растение, как скажете. Тоже возьмем потемнее такие. Поставим одну сюда куда-нибудь. Ну, здесь можно поставить тоже, чего бы нет, да? И еще другое одно растение у нас с вами остается. Вот такое вот тоже. Розовый. Блин, ну давай, пускай будет розовый. Пускай будет розовый, поставлю прямо сюда его. Здоровенно это ядрить, колотить. У него листья просто офигеть огромные. Так, если повернем тебя вот так. Ну, пускай тут стоит, ладно. Тоже греется от камина, нормально, в принципе. Все, здесь тоже завершили. Отлично, здесь готово, тут тоже все готово. Что у нас с вами здесь? Здесь у нас, спальня и ванная еще, да? Ну, давайте как раз весь первый этаж сделаем. Что они хотят в ванной сделать? Посмотрим. Какое-то решение принять, ну давай. Единственное, что мы купим ванную, это новый кафель, шкафчики и полки. Остальной бюджет используем для других помещений. Оторвемся. Вторая раковина, новая душевая кабина, туалет. Помимо этого купим новые шкафчики и кафель. Вторая раковина? А зачем тебе вторая раковина здесь? Мужик какие-то здесь решения предлагает не очень внятные. Типа вторая раковина. Ну, нет, конечно, место есть, я понимаю. Но может быть сюда какую-нибудь стиралку лучше поставить, там потом нет. Или что-то типа того. Да нет, там все нормально, и туалет нормальный. Давайте просто купим новый кафель, там полки, вот это все. Окей. Так, что нужно сделать? Уложить на стенную плитку. Белая фарфоровая мозаика. 8 штук всего. Ну, где, видимо, этот, где душ будет у нас, да? Так, старомодное зеркало, старомодный маленький подвесной шкафчик, старомодная подвесная полка. Уложить напольную плитку. Понятно, все, ладно. Давайте, значит, со стен начнем. Но так как у нас с вами здесь все-таки душ, да, то мы... Так, я не понял, можно мне обратно, пожалуйста, вернуть ту, которую я выбирал? Вот это вот. Ага. Нам всего 8 штук нужно уложить. Ну, давайте. Так. Нам, блин, а нам можно вообще передвинуть его? Мне кажется, нет. Не, мы его не передвинем вообще никак. Но, с другой стороны, нафига надо? Он там, по идее, как бы... Хотя нет, там просто стена получается. Опять деревянный, да серьезно. Кто ж этот дом-то делал, ё-моё. Так, дайте мне сюда. Нам бы как-то достать вот там вот, знаете, за душевой кабинкой было бы... А, о, тихо, подожди. А, ну блин. Давай, может быть успеем. Не, не успеваем никак. Жаль, как же нам сделать тогда? Ну, сделаем вот здесь тогда, где раковина, окей. Чтобы брызги как бы не летели, получается. 8 штук, да? Так, давайте здесь прям уголочек такой сделаем. О. Так, 5-6. Давайте... 7, наверное, 8 в эту сторону продлим тоже так, 7. Или здесь 8, давайте. О, просто такой угол будет защищенный, как бы. Хорошо, это сделали. Дальше у нас теперь напольная плитка нужна тоже какая-то, да? О, боже. О, боже. Что ж такое-то? Ладно. Что заказывают, то и делаем. Ну, хорошо, ладно, пускай будет. Так. Это продаем. Дальше нам с вами нужно сделать. Старомодное зеркало и всякие вещи повесить. Окей, зеркало. Ну, светленькое берем все сюда. Берем все светленькое сюда. Так, чуть повыше. Вот так, вешаем здесь зеркало. Далее. Шкафчик такой будет стоять здесь. И что-то еще, да? И полочки.
Так, ну полки возьмем вот такие, тоже купить давайте. А, ну это просто полка, прям полка. Окей, тогда давайте сюда куда-нибудь ее. Поближе к зеркалу, чтобы можно всякие там были щетки поставить, бритвы, прочее, прочее, прочее. И еще шкафик будет стоять здесь, да? Тоже вот такой возьмем, купить сейчас. А, так он тоже маленький, елки-палки. Он тоже маленький. Ну тогда вообще без разницы, пускай здесь тоже рядышком просто висит и все. Можно будет что-нибудь там тоже хранить, в принципе. Ну вот и все получается. Окей, нормальная ванная комната. Зачем-то вторая раковина, непонятно. Так, что нам с вами здесь нужно сделать? Убрать кровать, во-первых. Окей, согласен. Тут согласен. Давайте закроем. А здесь что-нибудь? А, ну это мы с вами здесь сейф находили как раз-таки. Да-да-да, тот самый. Покрасить цвета. Серебристо-серый. Ну давайте. Серебристо-серый. Хорошо. Я думаю... Ладно, наверное, одной банки может быть хватит, может быть нет. Если что, докупим потом еще. Погнали, посмотрим, что за серебристо-серый. Но, как бы... Он явно лучше будет, потому что хотя бы стена будет как новая, не вот без этих вот вкраплений всяких разных. Но я бы, наверное, какую-нибудь салатовую, может быть, оставил бы, просто обновил бы цвет. Ну, как бы, опять же, что заказывает, то и делаем. Хотят такое, пускай будет такое. Нам за это как бы деньги платят, мы просто выполняем. Мы просто сами здесь выполняем заказы. Так. Ну, в целом нормально. Так, и вот здесь еще теперь под окнами нужно, под окном, точнее, под одним. Покрасить тоже все это дело. И откос, я думаю, тоже, да, наверное, нужно будет сделать, сейчас посмотрим. А, нет, как бы не нужно, но смотрится они крайне ущербно, поэтому закрасим, конечно, их тоже. Так, и вот здесь давайте теперь тоже сделаем. Аккуратненько. Так, еще немножко краски. Чуть-чуть совсем. О, все, другое дело. Другое дело, красочку можно здесь нормально сюда, здесь можно продавать ее. Хорошо, ну и теперь осталось только мебель расставить, получается, здесь в этой комнате также. Опять эта кровать, да что ж все эти кровати-то хотят ставить себе, ё-моё. Не, ну тут как бы комната такая, получается, светленькая все-таки. Ну, давайте такое что-нибудь купим. Купить сейчас. Так, ставим сюда же. Вместо той, которая здесь была до этого. Вот так вот. Теперь с тумбочки всякие, да, там наверняка нужны лампочки. Ну, естественно. Так, тумбочка светлая также у нас будет. Ну, чуть потемнее возьмем такую серенькую, типа. Купить сейчас. Давайте поставим здесь ее, естественно, около кроватки. Так, на нее лампочку. Лампа, ну лампу, ой-ой-ой, можно что-нибудь другое вот здесь, во-во-во, вот такую вот купить сейчас, давайте ставим здесь сверху лампу, естественно, сразу, можно включить ее, кстати, будет, во, балдеж. И осталось ковер, естественно, и картину, окей, давайте ковер. Так, ну коврик, в принципе, нормальный, купить сейчас, так, ну можно здесь, давайте здесь, вот так вот опять положим. Ковер, в принципе, я думаю, нормально будет, да? Ну да, хорошо, пускай будет такой коврик. Хотя как бы типа встаешь такой, можно здесь постелить, в принципе, было бы. Но тогда, если кто-то встает с этой стороны, ему будет обломно, да? Пускай будет здесь лежать. Нам остается еще картина «Закат солнца на море». Балдеж. Ну здесь повесим. Над кроватью, конечно же. Все, готово. Ну что, в принципе, нормально, в принципе, такая, знаете, простенько, но со вкусом, как говорится. Что ж, мы с вами выполнили, у нас еще бюджет осталось до хрена и больше. Мы вложились и, собственно, нашли сейф. Так, ну здесь нам делать больше ничего не нужно, я так понимаю, да? Мы с вами все везде выполнили, нас на 100% заказ завершен. Ну что ж, хорошо, помогли еще одним людям, 100%, да? Давайте посмотрим теперь, что у нас получилось в итоге. Вот так было, и вот так стало. Красота какая. Дальше вот так было, ужас какой. Ну и стало вот так вот, окей. Далее, так было. Но здесь тоже немного обновок, но тем не менее, вот так стало. Было и стало, ну... Уютно, знаете, главное, что уютно стало, чистенько, уютно, комфорт, хорошо. Здесь тоже все поменялось, а кухня? Так, ну здесь почистили просто, естественно, все тоже. Грязь убрали. Здесь тоже самое, грязь, просто почистили, ничего больше не делали. Ну и дом в целом тоже очистили, конечно, там на крыше осталась грязь, но нам там не просили. Ну что ж, неплохо потрудились, еще помогли одной семье и нашли какой-то клад непонятный в сейфе там, и у нее бюджет там вырос до огромных... размеров, еще даже денег у них куча после этого осталось. Я думаю, что они просто счастливы после этого. Даже знаете, на ремонт, мне кажется, насрать. Они вот такие, о боже мой, мы обогатились, наконец-то. И уехали жить куда-нибудь в другое место совершенно. Но это уже совершенно, как говорится, другая история. Нам это не важно, мы, главное, выполнили свою работу. Выполнили ее, как всегда. Хорошо. Ну что ж, на сегодня мы с вами завершим. Всем спасибо за просмотр. И не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Но мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока.